После завершения режима самоизоляции, связанного с коронавирусом, жители Саратова смогут увидеть новые граффити на набережной Космонавтов. Стрит-арт, посвященный победе в Великой Отечественной войне, разместился на лестничном пролете на спуске с улицы Федина. Над картиной работает художник Дмитрий Жумаев, который при поддержке бизнесменов и общественников уже украсил несколько городских площадок. С левой стороны триптиха изображен Саратовский авиационный завод. На нем, если я не ошибаюсь, 2/3 всех самолетов для фронта выпускалось у нас в Саратове. Средняя часть – это изображены самолеты. Правая сторона триптиха посвящена 46-му гвардейскому краснознаменному полку, который все знают как «Ночные ведьмы». Работа в монохромной гамме выполнена для того, чтобы как-то сочеталось в целом с вот этим вот частью лестницы и набережной, чтобы была в одной гамме, а цветным элементы решили сделать только георгиевские ленты и орден Отечественной войны. В этом году 75 лет победы мы празднуем, и компания «Школьная карта» пришла в голову идея, которую поддержала администрация города Сарат. Мы хотели все-таки нашу историю, которую трагическую историю прошли наши деды, прадеды, изложить вот в этих изображениях. Надеюсь, что это понравится ветеранам Великой Отечественной войны, которых, к сожалению, остается все меньше и меньше. И надеемся, к 9 мая мы успеем. Здесь появятся две памятных таблички о том, каким был Саратов в годы Великой Отечественной войны, о том, какие подвиги совершили наши земляки. По словам художника, работа над граффити должна занять около 30 часов. Закончив рисунок, автор приведет в порядок и покрасит стену лестницы. Затем новый арт-объект будет дожидаться своих зрителей, гуляющих горожан, которым путь на набережную пока закрыт. Анна Обычева, Николай Синегубов, СРБК ТВ.